помоги! Помоги! Ну тут людей много! Ну я социофоб, я не умею с ними общаться, мне страшно! Помоги мне! Это не тебе должно быть страшно, то, что ты с ними не умеешь общаться. Это просто нормальные люди с нами не общаются. Посмотри на них, посмотри. Обычный такие... человек. Обычный фермер. Ходит, сажает, живет своей жизнью, воспитывает свиней, хочет скоро завести детей. Хакает. Как бы он умеет разговаривать только одним словом. И в принципе все. А вот мы с тобой, два ненормальных майнкрафтера. Ну ты как бы умная майнкрафтерша. Я хорошая майнкрафтерша, я с этим даже не спорю. Ну я. Те, кто меня давно смотрит, знают, какой я на самом деле, и адекватным и нормальным меня вряд ли можно назвать. Екатерина, забирайте, пожалуйста, всю еду, которая там пережарилась в печке, а я хочу поприветствовать всех в новой серии выживания. И сегодня, Катеридзе, мы с тобой будем изучать, исследовать всю новую деревню, потому что на самом деле я сам не знаю, что это за деревня. Я первый раз играю на версии 1.14.4, кстати, и мне интересно, что здесь будет в этой деревне нового. Давай, пошли. Ну, мне подавно интересно. Мне тоже. Кстати, я читал комменты под предыдущей серией, и подписчики сказали то, что в каждом доме, ну практически в каждом, может быть сундук. Кать, если хочешь, забирай себе сразу эту фиолетовую кровать и потопали. А на предыдущих версиях только в кузнице были сундуки, а как мне здесь сказали, они могут быть везде, то есть практически в каждом доме, ну в каком-то хорошем доме. Я пока что не встретил ни один... Встреть! Кать! Кать! Вниз спускайся! Спускайся вниз! Ну, в смысле, да, вниз спускайся. Во-во-во, я тебя вижу, иди сюда. А здесь у нас синяя кровать. Синюю кровать я себе тоже заберу. Вот так вот. Ты сейчас все сокровища себе заберешь, мне ничего нет. Что здесь было? Я забираю хлеб, потому что у меня еды мало, а ты забирай дерево. Вроде я ровно... А дерево-то мне зачем? В смысле, дерево всегда... Ладно, давай, я тогда заберу. Нет, все, забрала, пошли. Я хочу, знаешь, что у них старотыбзить? Колокольчики. Нельзя старотыбзить, это же чужое. Это не чужое. Вот смотри, чувак, ты не против, если мы у тебя морковку старотыбзим или что у тебя здесь? А? Он сказал, а это значит по-жительски то, что нет. А, у них же здесь ничего не выросло. Ладно, без разницы. Забирай тогда тыкву, тыква прикольная штука. И забирай вот этот компостер. Компостерная яма, тыкву тоже забирай. Дома а сделай... тыква съедобная? Тыква несъедобная, зато тыквой можно украсить хорошечно наш дом. Мы же вернемся с тобой на корабль. А, кстати, конечно. подожди, иди сюда. А, он ничем не может трейдить, поэтому давай... Давай спроси, что такое... Что такое трейдить? Что такое... Что такое трейдинг? Подожди. Ребят, доставайте свои учебники, доставайте свои словари. Словарь подписан, ну, Басосина Екатерина, и давайте открывать. Кать, что такое данж? Ты знаешь. Да, сокровищницы. Лутать. А лутать — это обыскивать, забирать себе вещи. А в предыдущей серии рейд. Что такое рейд? Рейд? Блин, сейчас скажу. Подожди, рейд — это когда... Подожди, в предыдущей серии же рейд был, да? Да, я не помню, я забыла, что такое рейд. Обязательно, Кать, после этой серии подчитай под предыдущий, что такое рейд, а вы, подписчики, напишите в комментах, что такое трейд. Ну, трейд — это типа обменивается, то есть трейдинг, я ему что-то даю, а он мне что-то отдает. То есть просто торговля. Ну, если с этой точки торговля, зрения, торговля, да, торговля, я знаю. Да. А есть еще дома? Да, ты что, смотри, сколько домов. Тут у нас и колодец, и... Подожди, я понимаю то, что у вас здесь хозяйство, то, что у вас здесь хрюхи, но как бы нам кушать же тоже надо, да, Катюх? Я заберу... Как эта фигня называется? Это же тут... тут же можно лук и чинить, и всю эту мамину маму. Это полезная вещь, поэтому мы ее забираем и топаем дальше. Сейчас прям наваримся на этой деревне кардинально. Кать, иди сюда! Кать! Ты где, ты где? Вернись туда, откуда мы пришли. Куда ты? Вот, иди сюда, видишь меня? Да, вижу, ой. Тут подписчик, иди сюда. Подписчик? Подписчик. Где? Он уже сказал, привет, Эдисон. Подожди, где? Он убежал, ты прикинь, он походу застеснен. Где он? Ты слышишь его? Так, это опять сказки, да, херопринтом. Иди сюда, смотри. Смотри, какой... Это что за малыш? Какой это мелкий! Кочерышка! Подожди, ты предыдущих версий. Я реально сам себя уже чувствую, ну, басосиной. Да я не видел даже таких жителей. Ты чё передо мной дверь закрываешь? Просто жесть какая-то. Я не знал то, что такие жители маленькие существуют. Прикинь.
Это дети. Это да? Дети, да. Ну, детишечки. Как заметно это дети. Так, смотри, Катя, иди сюда. Здесь у нас... Иду. Ой, подождите. Здесь у нас семена тыквы. В принципе, их тоже можно забрать. И здесь у нас с тобой, Кать, 8 картофаночек. Сделай сегодня пюрешку. Конечно, а лучше картошку фри. Не, давай просто картошку по-деревенски дольками нарежешь, хорошо? Да, да. А, вот, кстати. Катя, иди сюда. Подожди, пожалуйста, у меня нету места в слоте, я не смогу ничего забрать. Подойди сюда, ты знаешь, кто это такой? Только не говори, что ты не знаешь, кто это такой. Где, вот это? С каждым големом в деревне нужно поздороваться. Только, пожалуйста, меч из рук убери и тыкни по нему левой кнопкой. А главное, меч убери из руки, потому что если ты не уберешь, он тебя точно убьет. Убери меч из руки. А киркой можно? Нет, вообще, голой рукой нужно его тыкнуть, типа как рук пожатия. Ну, ладно. Ну, выброси просто что-то. Выброси. Господи! Все, давай. Ну, давай, тыкни. Пожимай мне руку. Правой или левой? Левой. Эй! Ты офигел? Я же тебе верю. Хорошо, что я поспала в этом доме и заспавнилась здесь. Где ты, собака сутулая такая? Как? Если мы начали записывать выживание и на время прекратили наш сезон нубика, это не значит то, что... Кто мяукнул? Киска! Это не значит то, что я тебя не буду троллить здесь, потому что нужно продолжать обучать тебя мастерству троллинга. Все, иди давай, беги за своей киской. Лиса! Чё, и лиса? Лиса, смотри, лисичка. Ой. Кать, не в этом, в ягоды не вставай, они шипатые, шипастые, они тебя будут бить. Шипатые? Шипатые. Лисичка, как... Она меня засосала случайно. Ты чё мне... Ты куда? Подожди, я не знаю, ребят, а можно ли приручить лису? Она вроде дикая, бешеная, мне кажется, ее нельзя. Вот котов можно. У тебя эпилепсия. Ты заметил то, что в этом мире все животные и млекопитающие, в принципе, ну, все какие-то странные. Что ярик, что лиса. А киска, кстати, я бежала за ней, она прям стремительно от меня убежала. Прям вообще не хотела со мной ни здороваться, да, ни общаться. Я говорю то, что не все здесь бешеные. Короче, Кать, нам нужно облутать все дома. Опа, еще сундук! Да у них здесь везде просто хлеб, и у них здесь везде семена, и везде дерево. Все, здесь больше у них ничего нет. Ни алмазов, ни изумрудов. Ничего. Нифига себе ты загнула, какие алмазы, какие изумруды. Да вряд ли у жителей будут алмазы и изумруды. Опа, а тут кто-то спит, извините, я тут потревожу вас. Кать, нельзя будить жителей. Ой, у меня аж пресс заболел, я не знаю, что так смешно резко на душе стало. Короче, Кать, ты где? Катюх! Я тут это, облутываю сундук. Облутываю. Ты облутывай сундук, а я сейчас добуду пшеницу или что здесь у них есть. Подожди, а как пшеница? Почему? Вот, пшеницу добываю. Все, компостер. Компостер тоже добываю. И, в принципе, больше мне здесь ничего не надо. Пошли в следующий. Ты все дома облутала? Ну, вроде. Вот эти все, да, которые вот стояли. Вот эти все, которые... Ой, ты смотри. Где, куда? Кать. Так он не спит, он, смотри, он на меня только что посмотрел. Знаешь, это как спящая принцесса, ее нужно засосать, и тогда она проснется, как Белоснежка. Ну, стаси. Давай я попробую. Ты не против? Нет. О, господи. Только он от моего поцелуя сразу же убежал, как ненормально, ошпаренный просто. Кошмар. Так, а вот еще домик. Ты в нем был? Да, извините, животное проснулось. Это ты здесь... Ты здесь была в этом двухэтажном доме? Двухэтажном? Да. Покажи. Вот, а, нет. Нифигашеньки. Катя, давай мы этот дом себе отожмем. Ну, в смысле, он мне очень даже нравится. А давай что тут на втором? Ну, я не знаю, поднимись наверх, посмотри. А вот эту фигню нужно забирать? Картографи тейбл. То есть я даже не знаю, что это такое, и, в принципе, не знаю, пригодится ли оно мне или нет. На всякий случай оставлю, вы мне напишите в комментах, полезна ли эта фигня или нет. Опа! Пшеничка! Это что такое? Кать! Закрывайся в доме! Я первый раз такое вижу! Что? Что? Иди сюда, смотри. Я в окно вижу! Как это? Это как? Это зомби-апокалипсис! Зачем ты дом ломаешь? Да подожди, потому что мне интересно, это у меня аж мурашки по коже. Я никогда в жизни не видел столько... Подожди. Страшно, звук ужасный, выключи, страшно, очень страшно. Да, очень страшно. Иди сюда, Кать, иди сюда. Выключи звук! Да подожди, я сам не знаю, что происходит. Иди сюда, запрыгивай. Запрыгивай! Обернись назад, Кать, назад, обернись, вот сюда запрыгивай.
кошмар. Запрыгивай и сюда наверх, и сюда давай наверх. Это что за... Ты понимаешь то, что они нас окружили, мы даже спуститься туда не можем. Их там очень много. А есть взрывчатка какая-нибудь? Ну, ТНТ, которое у меня было, я оставил дома. Я предлагаю бой. Какой бой? Давай, сможешь перепрыгнуть на соседнюю крышу? Постарайся, бой, пожалуйста, нет. Смотри. Зажимаешь Ctrl, отойди. Ну вот, запрыгни обратно. Подожди, я знаю, я справлюсь. Или можешь давай простроимся на всякий случай. Да, давай. Вот здесь ты уже сможешь перепрыгнуть. Только разбегись, пожалуйста. Вот так. Давай, прыгай, Катюх. Вот так. Я тебе помогу. Давай сюда. Я, честное слово, я не имею понятия, как это. Я когда увидел, они, прикинь, заспавнились все на горе. И просто такой ордой, огромной толпой на меня. Как это? Это вообще невозможно, чтобы в Майнкрафте такое было. Кай, там нужно отсюда сваливать. Вот туда я на гору. Я предлагаю бой все-таки. Я какой буду избивать... бой? А зачем? Они бесполезны, нет смысла их убивать. Они нас еще могут убить. Давай туда. В эту сторону. Давай. Куда? Вот туда. Готово? Вот туда, да. Видишь, там домик на горе, давай. Раз. Давай, ты первая, я за тобой буду тебя прикрывать. Давай, побежала, давай, быстро. Ёперный кокос, это что-то слишком. Так никто не говорил то, что зомби-апокалипсис добавили в новой версии Майнкрафта. Это как... Кто пищит опять? Это опять какие-то фантомы. Ты слышал? Чё? Кать! Да шо ж ты не залазишь-то? Не получилось. У меня просто не получилось. Давай, поднимай. Кать, там... Давай, быстро! Так, сейчас нужно им все это перекрыть, потому что там опять снова много зомби сюда идут. Вот так, перекроем, чтобы они не смогли сюда залезть. Я честно, я офигеваю. Кто знает, что это такое, напишите, пожалуйста, в комментах, потому что я реально начал чувствовать себя нубом. Я не знаю, что это. Почему их так много? Каково тебе быть мной? Да, потому что я не играл в эту версию, я не знаю, почему их так много. Я бегу к домику. Ты в домике? Ну, я вышла прогуляться. Ага, давай сейчас, чтобы еще 10 тысяч зомби, да, там заспавнилось? Да кто орёт, я не могу понять, это лиса? Мне кажется, ребенок какой-то как будто плачет. Там ламы! Ламы! Ты хочешь ламу видеть? Да! Подожди, иди сюда, сейчас я тебе... А, здесь ничего нет. Давай перекусим, тебе нужна еда? Да нет. Все нормально, у меня вроде ее нормально. Я очень сильно, прям искренне, душевно, нравственно извиняюсь перед каждым. Многие меня критикуют под каждым видео, говоря: Едисон, почисти, пожалуйста, инвентарь. Я почищу, как бы сейчас у меня же нет какого-то там шалтербокса, и я же не дома. Я вернусь домой, все обязательно почищу. Кать, пошли в ту сторону. Лисичка! Пошли, там мяу. Ламы. Давай. Лисичка вряд ли делает мяу, ну ладно. Смотри, тихо. Здесь 4 штуки. Главное, смотри, чтобы они тебе в лицо не плюнули. Это же не верблюды. Ламы тоже плюют в лицо. Какие зайки. Ты смотри, там мелкий шкет такой бегает. Ты смотри. Ты видишь его? Давай останемся здесь с ними. Здорово. Главное, по нему не тыкать, потому что, мне кажется, если ты тыкнешь, он уже сделал так. О боже. Как тебя шки... А можно его как-то покормить? Давай я тебя твоим сородичем покормлю. Можно тебя свининой покормить? Может быть, ягодку им кинуть? Кстати. Будешь ягодку? Не, ну их не так надо кормить, а прям правой кнопкой... Да, правой кнопкой тыкать. Он не хочет. Чем кормить ламп вообще, я не знаю. Пшеницей, морковкой. У меня кстати, морковка. Подожди, у меня есть пшеница. Возможно, я постараюсь... Да, пшеницей! Я угадала? Дай да! Я хочу покормить. Держи. Их реально пшеницей... Корми мелкого вот этого. Ща. А их же можно приручить! А подождите, а где мы седло тогда возьмем? У нас седла нет. Черт, мелкий. Как бы здесь круто не было, у нас с тобой нет седла, и когда мы с тобой его сможем скрафтить, я обещаю то, что мы сюда вернемся и приручим всех животных, которые существуют в Майнкрафте. И кошек, я и буду лам... королевой животных. Ты будешь королевой животных. А пока нам как бы самим нужно пропитываться, поэтому я предлагаю нажить себе намного больше еды, чем у нас сейчас есть. Потому что еще предстоит длительные и долгие путешествия. Как ты думаешь, отправляемся ли мы с тобой дальше, или все же возвращаемся обратно домой? Выложить. Мне кажется, стоит вернуться домой, достроить наш дом. Кстати, давай сделаем так. Достроим дом, добудем каждому хотя бы по 3 алмаза, чтобы у нас была алмазная кирка. И вот тогда отправимся дальше в путешествие. Да. Пошли тогда в ту сторону. Мы будем бежать очень долго, но зато смотри. Мы с тобой встретили фантомов.
Да? Ты знаешь, что такое фантомы уже. Мы с тобой встретили да. лам, мы с тобой встретили деревню жителей, мы познакомились, я одного засосал даже. И плюс к этому всему я первый раз в жизни без модов просто увидел в Майнкрафте зомби-апокалипсис. У меня реально просто волосы дыбом на руках стали, когда я это увидел. Катя, прыгай вниз. Кошмар. Прыгай вниз. Давай вот так. Прыгай. Только разбегись, пожалуйста. Ты там... Нормально? Ты там себе ничего не разбила, не отбила? Немножко. Ну я заметил, да, то, что ты как бы слишком силовато прыгнула. Ладно, Катюх, мы будем бежать очень долго. Наш дом находится вот там далеко. Ты, главное, не теряйся. Давай за мной. Ты посмотри. Ты видишь, там на горе белые? Мы сейчас далеко среди гор находимся. И как ты можешь заметить, они, ну, прям свойственным окрасом здесь обладают, белым таким, знаешь, как будто северный. Ламы? Да, видишь, вот там лама наверху. Хочу глянуть на нее поближе. Давай, я пока еду здесь добываю. Извините, пожалуйста. Это северные ламы. Северные ламы. А здесь есть мелкая или нет? Мелкая, да, вон мелкая. Где? Я вижу вон, большую. Да, есть мелкая. Подожди, есть мелкая, есть... Это вроде средняя, мне кажется. Это прям огромная. Если ты сейчас харкнешь в нее лицо, я тебя убью. Ну, ладно, не убью, на ламичий шашлык. А где мы с тобой, в принципе, можем найти седло? Я не знаю, седло крафтится или нет. Вроде как не должно крафтиться. Нет, не крафтится. Не крафтится. Я знаю, что не крафтится. Ну давай за мной. Седло мы, ну как раз таки седло мы с тобой можем найти в данжах. Только вот эти самые данжи нужно найти. Данжи бывают в джунглях, данжи бывают под водой, вот эти затонувшие корабли. И кстати, Кать, ты понимаешь, что весь подводный мир мы с тобой исследовали, ну, буквально на процентов 15. Что такое? Видишь что? Нет, у меня не прогружается текст. Это что такое? Иди сюда! Бегу. Да мы сейчас за одну серию все найдем, да я просто, да я не играл версию 1.14, ты видишь, что это за тебя? Вот это как раз таки рейд, походу, здесь обитают вот эти бандиты, только мне что-то сык. Это реально рейд, иди сюда, не подходи, Кать, обратно, иди сюда. Извините, то, что я ору. Ядрить. Так, вот здесь нам нужно с тобой придумать и продумать просто... гениально идеальный план. Не подходи, пожалуйста. Смотри. Видишь, там как будто снайперы. Они стоят с арбалетами. Видишь? Каждый с арбалетами. Это, походу, их башня, потому что на башне висят вот эти флаги, баннеры со злым вот таким лицом. А видишь вот того бандита, который боком стоит к нам? Вот того, который да. находится вот там возле ели. У него на спине что-то есть. Это баннер. Если мы его завалим, то на нас наложится эффект, ну какой-то там эффект, я не знаю, типа как будто мы с тобой грабителями стали. Если мы пойдем, вернемся в ту деревню, откуда мы пришли, она вроде не так уж и далеко отсюда находится, то там как раз таки будет вот этот самый рейд. На деревню в этот раз будут нападать уже не зомби, а вот такие вот воришки, вот такие вот грабители. Я не знаю, что делать, но зато я вижу на башне на втором этаже, видишь там сундук? Да. И нам а с тобой... давай простроимся к ним. Нет, иди сюда! Не-н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 е
быстро, быстро к ламам, быстро к ламам, обратно, 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 за мной, за мной, за мной, за мной! Да я ж тебе сказал, не подходи, как ей простроиться. Прости, пожалуйста, я думал, он не увидит меня. Бог Майнкрафта тебя просить, а я тебя прощать не буду, потому что ты мне ничего не сделала. Иди сюда, все, они вроде от нас отстали, как я вижу. В предыдущей серии деревня, в этой серии ламы, еще и фантомы в предыдущей серии, да еще и башня вот этих рейдеров, которые я также вижу в первый раз. Короче, Кать, в следующей серии мы туда потопаем, ну, а там уже узнаем, или нам задницу надерут, или мы им задницу надерем, там уже... Мы надерем, мы, я лично, я надеру. Не-не-не-не-мяу. Ты так же им надерёшь задницу, как тебе сегодня голем надрал? Хочешь, тебе руку пожам? Мне как раз таки руку пожам не надо. Не надо, Кать! Да ты меня сейчас убьёшь! Всё, у меня одно сердечко. Тихо, 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 тихо. Баба огонь просто, баба война. Так, ладно, 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 всё, давай заканчивать эту серию, потому что я уже капец как хочу, чтобы вышла следующая, когда мы отправимся вон туда. Хочу драться со всеми. Я на самом деле тоже очень сильно хочу увидеть, что там находится в этой башне, поэтому ты знаешь, что всегда все зависит только от тебя. Напиши в комментах, хочешь ты новую серию, ну, конечно же, подпишись на канал, чтобы ее не пропустить, а мы пошли плевать в морду ламам, пока они нам этого не сделали. И до свидания, все, Кать. Пошли еще где-то голема найдем. Вот сейчас в этот раз ты с ним нормально поздороваешься, потому что в прошлый раз что-то как-то не очень получилось. Давай я с тобой поздороваюсь, хорошо? Воу, я на него сел! Воу! Воу! Ты на него сел!
Эй, вези меня на далекий Кавказ! Как ты на нее сел? Нажимай на нее, нажимай! Меч главное выброси, нажимай! Ты смотри! Юная наездница просто! А она реально тебя катает? А почему она меня так долго не катала? Вот я лошпед. Пока.